В рамках форума организовано несколько площадок. Языковой лабиринт, властелин звуков, тайны перевода, виртуальная экскурсия, а также новинка года – школа юного переводчика. В рамках этой школы это будут не только конкурсные испытания, это будет лекция кандидата филологических наук, доцента кафедры европейских языков и культур, практикующего переводчика-синхрониста, переводчика аппарата президента Республики Татарстан, но которая работает в нашем Казанском федеральном университете Ниязы Рустама Чалатыпова, которая лекция называется «Хороший перевод. Вкусно или полезно». Участие в форуме приняли ученики с 8 по 11 классы средних школ со всей республики. Мероприятие представлено около 30 муниципальных районов. Действительно, ребятам всегда очень интересно встречаться, потому что Высшая школа иностранных языков перевода замыкает олимпиадное движение по иностранным языкам, по западноевропейским языкам в Республике Татарстан. Мы готовим сборную Республики Татарстан, мы сопровождаем, мы обеспечим учебно-методическое сопровождение, мы работаем с учителями и так далее. Много чего интересного. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.